Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по сайту, где мы собираем криптомонетку Stellar. Ну, как собирать, я уже не буду показывать, так как уже показывала это видео конкретно по выводу монетки. Я вчера проверила монетку на вывод. У меня было 0.50 с чем-то там монеток. И вот в настройках сеттинг. Так. Сейчас я вернусь. Рекламка у нас. Сейчас вернусь на сайт. И вот здесь в настройках мы прописываем email-адрес. Ну, вот я вчера вывела как бы на свой страх и риск. Думаю, улетят куда. Ну, бог с ним. Вот. Здесь написан email от Coinbase. Я прописала email. И мне сегодня, ну, я зашла вот сегодня на почту. Уже вот 11 часов назад прибыла монетка. Вы только что получили 0.50 монет XLM на, как бы, на кошелек. Минимальный вывод отсюда у нас 50 монеток. Вот. Вот здесь написано 50 монеток. Но здесь, друзья, у них, походу, опечатка XML, а надо... Что надо было? XLM. Ну, бог с ним. Переходим на кошелек. Значит, Stellar. И вот мои монетки. 0.5062 монетки. Так, нажимаем. И вот мои монетки. Все замечательно. Все платит. Так что пользуемся. Вставляем в настройках свою электронную почту. И как бы... Собираем монетки. Ну, это все, что я хотела сказать, что все замечательно платит. Работаем. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.